Ого! Большое сердечко! Большое сердечко было. Так, так, так. Всем привет, друзья! Всем здравствуйте! С вами Виктор, как обычно, канал Витёк Плейс. Играем сегодня в Afterburst. Да мы в него только играем. Ладно, Sky мод сегодня решил установить, ребят. Это такой самый изи мод. Ну, нет, не самый, бывает еще легче. Ну, скажем так, мод, который немножко наклоняет сложность Айзека в сторону полегче. Как он это делает? Да просто чуть-чуть измененные таблицы лута, дропа, точнее говоря, чуть-чуть измененные комнаты. Ну и, собственно, вы получаете нормальную поделку. В принципе, мод он почти не отличается от оригинала. Видите, здесь все то же самое. Просто слегка такой маленький тюнинг, вот прям микроскопический тюнинг, который, в принципе, позволяет сделать игру просто полегче. Ну, особенно для тех, возможно, кому просто тяжело такие игры играть. Им будет с этим модом чуть-чуть полегче. Одна проблема, когда ты играешь с модом, не засчитываются ачивки. К сожалению, ребят, только так. Так, давай посмотрим, что в кусачей комнате у нас. О! Ну, это, в принципе, могло быть и в обычном Айзеке, то есть, вы же понимаете. Ну, давай, 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 напади на меня. Ну, кто кого? Ты меня, я тебя. Ведь? Жалко, что нельзя взять артефакт и убежать от него. О, надо же, смотри, меня даже полечили. Да, теперь, если я взрываюсь, точнее говоря, если меня кусают, то я прям взрываюсь черной энергией, из меня исходит большой черный круг, который пилит всех, и страшным всем становится. Вот, сейчас немножко, конечно, не очень страшно было. По крайней мере, мне-то было страшно, а паукам что-то как-то не очень. Ух, какая огромная штука. Давай вот так. Так, еще раз, может быть. Давай еще раз. Нет, смотри, только одно черное сердце выпало. К сожалению. А хотелось больше. Ну, больше не меньше, хорошо. Так, где-то тут где-то должен быть золотой комнат. Золотой комнат. Так, у нас есть одна бомба, надо еще хороший камень найти. Так, 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 ребята, что творят, а? А вот так вон, видали, месть какая? Чернота прям в моей душе просыпается, когда я смотрю на вас. Все, хорош, так, набили, набили, набили морду им. Ну, перестань ты, во, все, конец. Так, погодите, ну комнату надо найти в любом случае. Как же я без нее не уйду? Это же целый лут. Вкуснявый, классный лут. Может быть, я еще хороший камень найду по пути. Нет. Ой, что-то как-то я не туда зашел. Ребята, я не хотел, пустите меня. Все, 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 прошу прощения, не трогайте меня. Эй. Ну вот, лопнули просто от счастья, как меня увидели. А, ну хотя я всего лишь 2 минуты играю. О, ну наконец-то нашлась. Нашлась та комната, которую я искал сколько лет. Кюрстай. Ну ладно, пусть будет Кюрстай. В принципе, этот артефакт тоже можно было легко найти в Айзеке. Просто без мода. Я говорю, мод он реально вот микроскопические какие-то доли вносит. Мне так кажется, можно даже сыграть такую игру, что тебе ты даже не заметишь, что ты с модом играешь. Вот чисто мое такое впечатление от этого мода. Сейчас узнаем. А, тут может быть сделка с дьяволом какая-то читерная, кстати. Я что-то такое припоминаю. Если честно, давно играл в него последний раз. И... Ух, серьезно, ты прям сразу черненьких пауков больших делаешь? Как же я так умудрился-то? Ух, черт, 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 черт. Вот это ты зря меня так изнасиловал-то. Ладно, ланч, поехали глубже. Что-то как-то я расслабился, да? А как же нам теперь на сделку-то выйти, а? Надо как-то, ребят, убивать всех и при этом не страдать самому. Да, вариантов друг. Хорошо. Чё за? А ну отдай. Джемери. Нормальная штука, кстати. Мне нравится. На старт сильно помогает.
Так. Так. Где-то тут босс уже чувствую рядом. Замучал аж. Что-то задумался, я куда пойти. А, возможно. Ага, все верно. Да, ну и как я теперь его возьму? А хотя. Нет! Тварь! Заловил меня. Так, давай, валим монстра. У-ху-ху. Хорош, что-то такой наглый-то. Ух. Накидал-то, накидал. Во, хорошо я его упорно насобачил. Ну давай, откройся. Есть сделка. Ну вот пошли посмотрим, что там в сделке будет. Во, видите, что? Ну, то есть это вот не стандарт. Не стандарт уже здесь. Ну, в принципе, отличный артефакт, я его возьму. Шоколадка, не помню, что дает, пусть будет. Вот, вот такой вот... Абормот, бегемот. Так, теперь у нас сделки будут все время открываться, так что можно смело пойти куда-нибудь здесь на этом уровне, что-нибудь еще проверить. Может быть, кстати, там запрограммировано, что там башка сидит все время. Хотя вряд ли. А, о, какашки, смотрите, рожаются в меня. Да уж, гениальная, конечно, штука. Куда же я без какашек-то, которые из меня будут рожаться постоянно? Давайте мы эту шоколадку лучше скинем, а то это нам еще вмешаться будет, скорее всего, я вам так скажу. А, во, вот этих помню. Вот этих помню, у нас с ними был разговор длинный. Они меня отправили в сексуальную пешую прогулку. Так, а здесь я не был. У, какая штука, смотри. А что мне тут? Давай-ка лучше его взорвем. О! Ну, гениально прям. С чем зашел, с тем и вышел, по сути. Вот ничего не изменилось. Так, ну остальные комнаты проверять я не буду. Поехали сразу к финишу. Денег нет. Секретка найдена. Точнее говоря, меня в нее телепортнуло. Повреждений нет. Ничего нет. Это, ребята, SkyMod. О, правильно, так торопился, что аж на шипы напоролся. Поехали. Что уж тут. Так, затопленные пещерки. Как я так сделал-то, а? Ладно, у меня все равно 100% шанс. Сделки. О, вот это что-то... Вот это даже самый нормальный вариант был оттуда выйти просто и все. Ну-ка давай, жри его. Так. Ножницы. Хреновый вариант. Давай-ка нам что-нибудь... О, антигравитация. Ну, неплохо. Чё, тирсап, у нас уже 5. Для меня это на самом деле просто тирсап. Я ее поэтому и взял. То есть, антигравитация у меня не работает. О! Антигравитейшн у меня не работает. Как так-то же? Я же вроде должен был нормально встать. Ладно. Слишком расслабился. Видите, SkyMod он вроде бы как должен быть изи, слишком расслабляет. А на самом деле он не такой уж и изи, как кажется. Ну, то есть, я говорю, тут незначительные изменения, в основном связанные с комнатами. Так, The Sun. Ну, неплохо. Челяк, привет. Эти, какой, а? Жрать мне хотел, да? На-н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 а. О, блин, червячечий, как их понаделали мне. Где ты? Зато и он, как смотрите, часто выплевываю огромное количество маленьких выстрелов. Мне бы эти маленькие выстрелы в большие превратить, было бы вообще замечательно. Так, ну в магазин смысла особого нет. В золотой комнате я был. Ну, значит, надо опять идти к боссу и сделки совершать там. Надеюсь, что там крутая сделка какая-то.
Да, босс здесь. Ну, кстати, даже не знаю, где секретка. А вот здесь вот слева. Бэм. Ключник. Не, ключник нам не вариант. Взрываем дядьку. Так, он решил дать нам сердечек. Ну и пошли сразу к боссу. Хоп. Пестиленс. Привет, пестик. Как дела? Быстро мы его укокошили. Ну, за счет того, что я часто стреляю, за счет нашего маленького друга. Так, это, конечно, берем. О, о, вот это я понимаю, шмотки. Единственное, что, наверное, весло-то я возьму. А вот чувачка, наверное, брать не буду. Хотя можно его реролнуть. Не, фигня. The Sun. Ну вот, теперь у нас весла в огромном количестве летают, повреждения увеличены. Пошли на следующий уровень. Пири-пи-пи-пиу. Надо на хаш еще зайти, кстати. Говорят, там хаш что-то изменился. Так, погнали направо. Здорово, парень. Эй, йо! Блин, что-то. Неудача нас постигла. Опа. Запилил чуваков. Ну, вот этого я уже понимаю, дамаг пошел. Правда, что-то жизни маловато. Ладно, надеюсь, сейчас как-нибудь разбогатеем. Так, вот в эту штуку идти или не идти? Ну, в принципе, есть The Sun. О! О! Вавилонский шлюх! Блудница вавилонская, да. Можно и так. Так, нам бы ее активировать, а чтобы ее активировать, нам нужно пол красного сердца в жизнях, либо меньше. Сами понимаете. Чтобы это сделать... Ух, что-то удача прям поперла. Чтобы это сделать, нужно постараться. Так. Может быть, здесь какая-нибудь секретка еще есть? Нет, никакой секретки здесь нет. Просто вообще вынес. Говорю, весла — это самый крутой артефакт вообще в игре. Ну, один из самых крутых. Один из самых крутых модификаторов стрел. Он делает ваши выстрелы очень большими, и это главное. Плюс они еще пролетают насквозь всех подряд. Я считаю, это вот прям имба-имбовская. Холлоу, привет! О, какой арт прикольный. Purity Aura Stat Boost. О, во, видали, что творит, а? Вы видали, что творит? Вот поэтому я и говорю, этот мод, он такой. Полегче. Одна проблема, блин, взять-то нечего. А если я возьму, то... Вот это я его не буду брать. Это что, это эпикак, да? Что это у нас будет тогда? Я тогда сам себя взорву и все. Было бы 9 жизней, с удовольствием схватил бы. Вот это, конечно, тоже классный артефакт. Но боюсь, я сольюсь. Поэтому пойду-ка я отсюда нафиг. В конце концов, надо еще затащить полностью весь уровень. Может, как-то еще и выберусь. О-о-о, видите, что творю, а? Бомбы-ключи. Ну, кстати, там секретка, скорее всего. Так, черное сердце. Так, ну плюс надо еще обычную секретку найти. Возможно, вот здесь наверх. Сейчас проверим. Нет, невозможно. А что ж я творю-то? Ну ладно, зато теперь быстро бегаю. Хоп-хоп. Как я быстро этих парней-то высекаю. Зато у нас есть все шансы, чтобы сделать себе вавилонскую блудницу активировать. Всего лишь нужно немножко подамажиться. И все. Куда ты летишь? А, ну вот куда ты летишь? Что, где же секретки-то все?
Если они не там, то где? Вот здесь вот, 100%. Так, кто ты? Так, энергия, вопросики. Так, а ты кто? Минус удача. Аркада. Аркада твою налево. Так, аркада, аркадовна. Че творю? Сейчас убьют. Че я творю, че я творю, че я творю? Погодите. Погодите, так, что-то я не то творю явно. Давай-ка, все-таки нашли, я наконец-то нашел эти комнаты. Золотой телепорт. Блин, я тогда 4 потеряю. А вот это что-то я не ожидал здесь увидеть, если честно. Уху! Отлично, блин. Выпилился из реальности. Вот так вот легкий мод-то превращается в не очень легкий. Смотри, что творится-то, а? Одна жизнь на руках и, собственно, голяк полный вокруг. Одна жизнь на руках и полный голяк вокруг. Так, ну можно смотреть сейчас этому парню задонатить мелкому. Вот этому вот. Что-нибудь с него да выпадет наверняка. Уже за 30-ку-то я должен успеть из него выбить что-то. О, отлично, молочко. Так, вот за этого бы, конечно, тоже выпить бы. О, так. О, уже что-то. О, давай, 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 сердечки. У-ху-ху. Ребята, веселье поперло. Так, еще сердечки. Да как это вообще возможно, такая халява-то? Так. Хорошо, идем. Давай, еще сердечки. Да ладно! Да как это возможно вообще? А Гимпи мне серыми сердцами сдает. Давай еще сердечек. Я думал, все уже. И забагал. Но нет, нет. Все-таки игра решила, что хватит счастья. Так, монетки. Ключи. Ах ты, маленькая паразитирующая муха. Давай, сердечки. Хорошо, зашло. О-о-о-о. Е-е-е, детка. Блин, хе-хе-хе, какая штука-то выпала. Ладно. А вот ладно, а вот возьму. Все равно сейчас пойду тогда... Слушайте, ну сколько я, смотрите, сколько здоровья поднял. Так, давай-ка приролим тогда... Что ж ты будешь делать? Мне надо приролить артефакт. Телепорт. Кстати, если бы я его сейчас использовал бы, я бы... А, я бы в босс-челлендж попал. Ну, давай, чё... Давай, босс челлендж. Чё, плохо что? Ой, какой босс-то противный. Противный, довольно сложный. Ладно, вышли. Вышли из ситуации, ребят. Ой, ко мне кто-то пришел, мой маленький друг. Мой маленький... Так, ну не очень штучка.
Там где-то была таблетка, да, у нас на... Да, на Energy. Сейчас пойдем паролим спокойно. Хотя можно же в адской комнате паролить, а? Пароли, пароли, пароли. Тебя тут в детстве пароли. Бримстон какой-нибудь выцепить? Да нет, бримстон не очень. А что еще можно выцепить интересного там? Кусочки от Гаппи. Да, пошли. Пошли за кусочками от Гаппи. Лай-лай, лай-лай-лай, прям веселье на душе. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Видите, как все сложилось-то, оказывается. Не так-то все и плохо. Все можно пройти. Даже если у вас всего 2 к сердца. Так, давай заходим. Ну вот из этого я бы ничего не брал тогда. Давайте рерол. Грязная. Так, грязная, давай. А, рерол-то делает у нас какую какаху-то, я вспомнил. Ну тогда бошку возьму, чё нет-то? Возьмем бошку, так. А вот кошатина. Кошатина, кошатина. Кошатина, это, конечно, прикольно, но я тогда проиграю себе 2 сердца. Я могу взять, например, вот эти вот губы и кошатину. И то же самое будет, что просто кошатину взять. Да, прелесть моя? Ко мне кто-то идет. Ко мне в гости идет человек. Настоящий человек. Ну давай. Хочешь так посидеть? Не хочет в камеру лезть. Так, давайте подумаем. Ну, в принципе, это, наверное, единственный вариант правильно сейчас будет сделать, это взять губы и кошатину. Мне кажется, так. Ну, потому что иначе я не получу то, чего хочу. Большая колбаска. Большая колбаска, ребят. Вот она. Я кота кину. На. Это давай. Шарик. Это шарик, да. Разворачиваемся. Мимимишный стрим сразу зашкаливает. Точнее говоря, не стрима, а видео. Потому что я же видео снимаю. Так, ладно. Давайте сделаем это дело. Ой-ой-ой, какие страшные звуки. Не надо, пожалуйста, их делать. Я тебя очень прошу. Уши лопаются. Ну, вроде бы все. Поехали дальше. Одна проблема, мы опять с вами сломали себе. Ну как сломали? В смысле, он у нас и не работал. Это вавилонскую фигню мы сломали. Тихо. Оп, мимо. Нормально, смотри. Импресс и мистер Бум. Сейчас мы рерольнем. Чё ты сердце? Ладно, пошли дальше. Солидные уже повреждения, я вам так скажу. Ну вот, кто-то сдул шарик. Это я! Это ты, да, зато мучить не будешь его. Прошу прощения, что-то сегодня не запись, да, а прям... Что за прелесть, а? Я вспомнил, что вот эти губы, они, кстати, дают черные сердца мне. Вот чё же я так сразу не хотел их брать. Они действительно очень классные, эти губы. Звуки как будто, я не знаю, в Аватар. Пошли посмотреть, да? Да-да-да, все поняли уже. Растягивает резинку. Очень грязный шарик и показывает всем, в том числе и вам, так что у вас вы говорите, что у какая красивая резинка. Детям надо, ребят, потакать, пока они маленькие, пока они мир ощущают, изучают. Нельзя прерывать их процесс опознания мира запретами. Ну конечно же,
что-то нужно запрещать, но не вот такое. Так, оу, куда я попал? Ох, черт, чуть-чуть. Сломались! А, сломались они, да? Ну вот, сломались. Монстрики сломались в игре. Так, далеко я там от артефакта, который ролит-то надо? Что же такое? Бананы несутся откуда? Бананы несутся откуда? Они туда залезли. Бомбер-бой, ребят. Мы будем взрывать теперь бомбы плюсиком. Вот тут жук. Жук? Нет, это не жук, это сердце. Сердечко маленькое, смотри. Горячие огни. Ого. Огни, да. Ого. Вот это щедрость. А я знаю, кстати, почему. Они сломались. Да, они сломались. Я не потому что бак еще работает с костерками. Сколько? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, я ничего не вижу, да, сердечки, вон они. Сколько взрывов одномоментно взрывает костер, столько возможности выпить там сердечку. Да, сердечко. Да, сердечко, все верно. Ну, как вы видите, кажется, я уже тут все заломал по полной программе. Осталось только... Сердечки две. Да, две сердечки, все правильно. Еще сердечко, вот она. Да, и здесь сердечко, все верно. Какая ты глазастая у меня. Как приятно вместе с ребенком играть в игры, а? Она, правда, ничего не понимает, что происходит на экране. Две сердечки. Да-да-да, сердечки. Именно. Вот. Ай! Сердечко. В то же время не очень привычно. Папая! Ой! Сердечко! Сердечки! Сидечки-сидечки. Две. Две сидечки. Ага. Одна сидечка. Одна сидечка. Так. У-у-у, ключики. Сидечка. Человечки. Сломались человечки. Сломались человечки, как же так? Так, так, босс, у, коричневенький, привет, это все тебе. Ох, заливает-то как. Мне главное не попасться, когда он бьет, чтобы меня это не дамагнуло. Сломайся, сидечко, сидечко. Сломался, сидечко, все верно. Сидечко, вот она. О, Крампус, привет. Большой, да. Пальцем не надо, пожалуйста, тыкать. Он видишь, большой. Какой? Он большой, да. У него есть огонь. У него есть огонь. Пли. Разбился. Разбился. Разбился, кош. Сердечко. Да, именно сердечко. Все верно. Вот тут. Прям вот тут сердечко, да. Так, а где же нам суперсекретку-то найти? Возможно, она вон там наверху. Сердечко. Ты у меня умница. Все сердечки нашла. Ой. Так, чуть-чуть нес. О, привет. Сердечки две. Вот. Ох, вы не представляете, как неудобно на вытянутых руках играть в Айзек. Я вообще отвык от такого. О, золотые бомбы, ребят. Золотые бомбы счастья. Можно взрывать, перевзрывать. Бах! Так, что-то давай. Ой-ой-ой. Ну, болеем чуть-чуть, да?
Сидиська. Сидиська, все верно. Удивительно, ты смотри. Сидиська. Ну ладно, висельник пойдет. Где-нибудь доприменим. Сидиська. Было сидиська. Было сердечко, все верно. Я тебе показала, мамочка. Ты мне показала. Умница моя. Где? Ой, где сидиська? А тебе не надоело мне сердечки показывать? Нет. Так, ключник, кровать. Давай вот так жахнем всех. На. Сердечко. Сердечко, да. Большое сердечко. Большое было. Сердечко было. Это было не сердечко, это был взрыв. Туалетик сломался со мной. Туалетик сломался? Почему туалетик-то? А, человечек. Все пополомалось, да? Удивительно. Вот. Слушай, а где же золотая? Да, это черепок. Это черепок называется. Сокровище. Сокровище, верно. Сердечки. Сердечки. Вот. Понятно. Так, продолжаем наше путешествие. Здесь черенькие, красенькие. Вот. Что-то комната большая, а ребят-то немного. Да-да, я тебя вижу. Так, сало либо лазер. Чё-то не то не нужно. Хоп. Так, пенетрейшн, либо давай вот это возьмем, бладласт. Бладиласт возьмем. Сокровища! Сокровища! Мы куда попали? Человечек сюда. Человечки, да? Вот. Ой, что это у тебя с рукой? Паять самотала. Есть суперсекретка, может быть. Хо-хо! Кого я нашел? Так. Сидичка. У, ребята, вот видите изменения, например, лут таблицы. Гриб никогда не продавался. Да, сердечко, все правильно. Значит, да. То есть, ну, в обычной игре не продаются грибы в магазине. Ну, в принципе, мне этот гриб много чего не дал, потому что у меня была уже голова. Крикетс хэт, да, ну, штепсель можно взять, кстати. Будем заряжаться кровью, заправлять наш рерол-аппарат. Я думаю, неплохо. Так, давайте смотреть, что сделаем. Давайте вот сюда залезем. Давайте устроим тут. У меня столько вариантов есть снизить повреждения. А мегастануты мы с вами, я думаю, запобедяем. Так, кто такие? Tears down. Tears up. Сначала опустила, потом повысила. Нормально. Так, техника Людовика, смотри. Марика. Беги, Витя. Термоед вообще. Так. Так, а батарейки-то у нас тут были, нет? А то как я технику Людовика-то рерольну? Да, вон там есть одна батарейка вдалеке. Так, вызываем демона главного. Тут же выпиливаем. В принципе, эти ключи тоже можно реролить. А, я вот надеялся, что здесь будет очень много синеньких сердечек, но нет. Игра сказала, иди-ка ты знаешь куда.
Ты будешь сражаться с самым главным монстром. В принципе, я вообще могу сейчас прервать игру. Отожаться, прервать игру и пойти мегастану завалить и не париться. Вообще, ну, то есть можно, в принципе, так закончить. Но я не буду так делать. Вы пришли сюда смотреть на то, как я... фигней маюсь. А на то, как я раздвигаю просто. Так, в магазине что там было-то? Дайте вспомнить. У меня всякое, да? Ну хорошо, давайте возьмем рерол. Рерольнем технику Людовика во что-нибудь другое. Так, а здесь у нас кровать осталась, да? Кровать. Кровать тоже неплохо. Она нам красные сердца восстановит. Три красных сердца восстановит. Так, а куда это я пошел? А куда это я пошел? Вот сюда. Тут ты, блин. Сильно бьет. Ладно, пусть будут бомбы самонаводящиеся. Уж больно сильно реально влупляет. Но зато смотрите, сколько у меня повреждений сейчас. Мамка отлетит только в путь. Это вот Bloodlust, ребят, настаканный. Творит чудеса. Все, в принципе, здесь все готово. Все секретки, суперсекретки нашел. Давай валить ее. В принципе, как и предполагалось, на пофиг ее вышиб отсюда и все. Одна проблема. Я хотел зайти к такой штуке под названием Хаш, но что-то как-то не получилось, как видите. А давай купим инкуба. Да и эту фигню давай купим. Сейчас умрем, родимся сразу с одним сердцем. А, инкуб у меня в принципе всегда стреляет. У-у-у, ребят, понеслась. Так, через темную пойдем или через светлую? Вот еще какое решение нам требуется. Через темную, да, через темную пошли. Не знаю зачем, но пошли так. Так, повреждение немерено было. Сейчас нормально стало опять. Ой. Как я так сделал-то вообще? Удивительного много. Как можно было так вообще сделать, не представляю. Так, да, выпиливаем всю эту богадельню. Ничего там интересного из них не выпадает, скорее всего. Так, сейчас нам надо с вами набрать сердечек синеньких побольше. О, уже босс? Так, рядом. Оп, прям сел на меня. О, как. Так, большой вырви глаз. Да классная штука, кстати. Давай возьмем. Теперь у меня будут бегенские повреждения вообще, в принципе. Так, 404. Ну вот это, конечно, штуку можно взять, но этот томат начнется у нас тут вокруг. Давай возьмем. Че? Ат-так-ат. Че ты там делаешь? Кричат мне из соседней комнаты. А я что делаю-то? В игрушки играю я. Папа профессиональный игрок в игрушки. Там что-то даже взрывается. Ну-ка. Health up. Ну, что-то я как-то на это не рассчитывал, если честно. Ну да ладно. А, я понял, откуда у меня повреждения брались. У меня жаура есть. Черт. Смотри, смотри, какой-то червяк черный мой. Я забыл, кстати, из чего он появляется. Какой-то артефакт его выражает. Вот это я помню, а какой конкретно, нет, не помню. Ну, теперь этот червяк будет всех бить. Два червяка.
Ну что, пойдем убьем кого-нибудь еще. О, какая штука. Ох, ты смотри, сколько из них черных сердец-то посыпалось. Да, ну, так как у меня билки есть на дроп черных сердец, сами понимаете, я прям тут... Ух, что там полетело, как взорвется. Ну, нормально, чоха, галас, дистракшн. Висельник. Оставляем висельника. Да, луплю я уже как лось. Вот, смотрите, черных сердец сколько надропалось. На дюпл черных сердец. На, там вообще какая-то адская фигня полетела уже. Ну все, я тут уже прошел. Я не то что прошел, я тут уже пробежал. Один выстрел. Один раз отпустил. Ой, кто-то ко мне бежит опять. О, ребят, сейчас будет трэш. Ой-ой-ой-ой. Оп. Оп. Так, давай договоримся. Я сейчас доиграю и приду к тебе, хорошо? Договорились? Я тебе покажу. О, сработало. Золотой ключик. Давай, пили. Всех пили. Нет, еще не до конца. Вот они тут засели. Ну вот, собственно, и... Итливс, привет! Как так получилось? Прикиньте, а? И в секретку меня засунула. Вот дает, а? Ладно. Ну почему так получилось, я понимаю. Это нормальный эффект. Меня просто, видите, постоянно что-то отвлекаешься. Туда-сюда, налево-направо. Ну, нормально, конечно. А как еще? Как еще? Ребенок. Счастье. Так, здорово, Итливс. Снова здорово. О! В этот раз прям ужарил ее быстренько. Так. Are you serious? И я не про звезду. Так, давай health up. Давай купим вот эту штучку. Пиршот. Неплохо, еще плюс дамаг. Мамин нож. Черт, что я сделал. Блин, у меня такой эпик был, а я теперь с маминым ножом. Вот это может быть, кстати, и косяком потом, в конце концов. Ну, посмотрим, ладно. Никогда не берите, видите, так наугад ничего. Все может потом произойти. Ладно, здесь сейчас в основном боссы должны быть уже ближе к концу. Ох ты ж! Вот это залп. Зато у меня два ножика. Зато, смотри, достаточно любого касания моего ножа, и все, тут все лопается сразу. Просто пш, на части разлетается. Так, возможно, здесь что-то есть. Нет, здесь ничего нет. Так, может быть, здесь что-то есть. Есть. Да как я далеко их запуливать-то могу, а? Угу, пауки, привет! Чернюшки давайте. Давай так их зарежем. В упор подойдем и зарежем. Так, ладно, давай ключи потратим. Так, мамина сумка. Так, диарея. Ускорение. Выберите. Так, поехали дальше. Всех зарезал, всех убил. Называется приплыл. Кто здесь? Кто против меня? Да что ж такое, как я его... Ух.
Ай-я-я-я-я. Кто дядя-дядя говорит? Я. Я понял, что ты. Дядя. Вот так вот и живем, ребят. Сейчас тебе полные штаны. Так. Здесь ничего. Здесь что-то да есть. Как вас попасть-то? Я думал, уже всех разрубил. Нет, еще остались. Так, а здесь босса нет. Зато в бедалика просто пролетает кинжал мимо него, он трупан сразу. У глаза, дереза. Такой точно у меня не было, это вопросы. Бело-серые, это вопрос, ребят, запоминайте. Монстр отлетает только так. Сказал только. Прикольно это выглядело, да? Так, сатанин. Сатанинский сатан. Мяско есть. Просто смотрите, он только вылупился, тут же ножом его тюкнул. До свидания. Мяско есть. Я не знаю, что значит мяско есть. Ты хочешь кушать мяско? Сердечко! Сердечко! Тут. Опять сердечко! Откуда же оно здесь взялось-то, а? Да, сердечко. Молодец. Я скоро приду. Чуть-чуть осталось. Давайте, вскрываем. Я подумала, ты не придешь. Оу! Ты смотри, Михалыч, что я нашел, а? Что, трипл-шот там лежит и гапи? Так, и хвост гапи. Так, ну хвост гапи, я все равно гапи не соберу, да и с ножом гапи как-то не очень нужен. А вот трипл-шот может быть очень даже интересен. Так, пожалуйста, перестань. Ребенок уже вместо меня начинает играть. Сидичка. Ладно, давайте не будем ничего брать, я думаю, мы и так справимся. Ботаническая библия. Используем разок. Приролим в мешочек с бомбами. Так. Я не знаю, правда, может быть... А, ко мне лезут опять, ребята, что творится? О. Кто здесь хочет отведать моего кинжала? Кинжала-ла-ла-ла-ла. Да, что-то как-то очень спокойно, мне кажется, все происходит. Просто жах. Оп, ха-ха-ха, поехал он в мою сторону. Молодец, чё. Так, если что, мы станем с вами 3 икса. Ой, 3 вопроса. Ну, бывает и такое, ладно. О, войнушки. Так. Чё-то не в ту сторону стрельнул, да? Это было легко. Где же у вас бош-то? Где же весь бош? Где вас босс? Смотри, а зачем такое было сделано? Здесь наверняка где-нибудь есть секретка. Но мы этого не узнаем. Где-то здесь уже чувствую, боссом рядом пахнет. Так между кинжалов-то пролетел, видали? Вот он. Все, давайте валим его.
Ой, что-то у меня попало. Что у меня попало, я так и не понял. Это было легко. Это было нетрудно. Это по любви. Так, ну пошли тогда к мега-сатане. Я не думаю, что с ним какая-то большая проблема тоже возникнет. Просто сейчас его возьмем и победим. Вот и все, что будет. Поехали. Ну что тут скажешь, давайте сразу подводить итоги потихоньку. Смотрите, да, есть изменения в таблице дропа. То есть некоторые вещи я реально, тот же гриб, да, я нашел в магазине. Хотя, по сути, он никогда в магазине не был и быть не может. Ну, в обычных условиях. То есть, какое-то изменение есть налицо. Сделки дьявольские все улучшенные. Я помню даже в SkyModе, или нет, это был не SkyMod, по-моему, это был SkyMod. Мне там досталась сделка с дьяволом, в котором было 6 артефактов, ребят. 6, я все 6 оттуда выцепил, благодаря тому, что у меня была кошка 9 жизней. Я просто умирал, рожался заново, брал арт. И после этого уровня, я помню, выскочил оттуда просто сумасшедший. Но здесь, видите, мне только с 4 артами попалась комната. Я не знаю, может быть, просто не повезло, что не зашла та, которая с 6. Вот, то есть, в принципе, в игре чуть больше артефактов, чуть больше они распространены в том или ином месте. Ну, что делает игру довольно-таки легкой и простой. Вот, собственно, и все. SkyMod, ребята. Всем спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В описании будет ссылочка на плейлист, как обычно я вам это говорю. Ну и пишите комментарии, я их читаю. Не всем отвечаю, но читаю почти всем. И, конечно, кнопочка поделиться, если вам не безразлична судьба этого видео. Судьба милашки, которая приходила, смотрела на вас и говорила: «Сердечко, сердечко!» Да, в общем, ставьте лайки и репостите это видео. До усрачки. Всем пока. Лови пятюню от Витюни, в конце концов.